Всем привет, народ! Всем привет! Сегодня, 31 декабря 2019 года, мы хотим вам пожелать, конечно же, счастливого Нового года! Счастья, здоровья, успехов, новых перспектив, достижения поставленных целей и обретения новых возможностей. Сколько всего нового! А это действительно так! У нас в новом году планируются грандиозные новые возможности, планы, виды, новые видосы, самые дальние путешествия на совершенно разных вездеходах. Да-да, мы поменяли свою точку зрения, и теперь наш канал называется «Герасим. Мир вездеходов». Мы не привязаны к одному вездеходу, и мы готовы рассказывать о разных. А их действительно много разных. Хороших и не очень быстрых и медленных, проходимых и очень проходимых вездеходов, о которых вы узнаете в следующем году. Ребят, желаю вам в следующем году добиться большего, чем вы добились в этом году. Не болеть, быть веселыми, позитивными, ездить на рыбалки, охоты, меньше проводить места на диване. И в вездеходе, в ремонте. И в ремонте, и в вездеходе, ребят. Желаю вам больше ездить и меньше ремонтироваться. А он у нас в таком виде вот с июня. Приедем и что-то делаем, доделываем, переделываем. Кстати, мы вам скоро расскажем, какие же у нас были доделки, переделки. И расскажем немножечко в новом формате. Мы расскажем не только, что мы сделали, а расскажем, почему мы это сделали. Поэтому давайте отгуляем праздники, вернемся в рабочее настроение и запилим первый видос. Все, ребята, Новый год с новым форматом. Поехали! Всем пока! 2020! Всем встречаем, года, провожаем старый год! И давайте где-то, ну, после там 14-го, первый видос. Проводим старый Новый год и первый видос. Загадывать не будем. Вам прекрасно отметить, нам прекрасно подготовиться к Новому году. Работы непочатый край. Это здорово. Счастливо. Всего хорошего. До встречи. Всем пока, всех с праздником. И не забывайте, с вами теперь канал «Герасим. Мир вездеходов».